лишь по-человечески, не заявим не утюгаемся. Сигареты выбросили форточку, выбежали тут же подобрать постели. Жизнь другую новую и светлую мы начать это не собираемся. На прохожих не бросаемся, со стены гитару взяли, спели. Прибираемся в квартире, уступаем маленьким бабушкам, покупаем транспорте билетики, больше с контролерами не ссоримся, и теперь на третьем эйле вали. Чертиков, не забудь ёбнуть, не расслабиться. Посылаем клешему все правила. Закупаемся на вечер, и водка закуси. Поскорее успеть бы отовариться, чтобы сесть за стол в кругу товарищей и отметить эту встречу. Лай, наливай и бухай. Да. Ну вот, повеселились сейчас немножко. Погрустите, а серьезно? Спи, что ли? Вот. Что это было, я не знаю. А, это была концовка. Вышел навстречу мне пес, сказать свой собачий привет. Меня укусил он слегка, и я понял собачий намек. Осталась ему вся еда, и бросился я на утек. Он хотел есть, я хотел жить, мы поняли друг друга. Он хотел есть, я хотел жить, мы поняли друг друга. Через штук 8 кустов мне встретился парень с ножом. Поскольку он начал без слов, решил я не лезть на рожон. И бросив в него кошелек с порезами в разных местах, я кинулся вновь на утек. Парня в девятых кустах.
хотел есть, я хотел жить. Мы поняли друг друга. Он хотел есть, я хотел жить. Мы поняли друг друга. Раны мои осмотрел, сказал, излечить, знаете, по плечу. И мы хороший попали отдел к хорошему очень врачу. И нужно сначала решить, как вам сказать, один деликатный вопрос. Мне как вы скажите, лечите бесплатно или серьезно? Ну, он хотел есть, я хотел жить. Мы поняли друг друга. Ну, он хотел есть, я хотел жить. Мы поняли друг друга. Внимание, внимание, внимание. Как хорошо, что в этом мире есть